следующем году 44-я гимназия отметит 30-летний юбилей. Последние 20 лет в этом образовательном учреждении остро стоит вопрос ремонта кровли. Плоская крыша регулярно протекает. Ежегодный косметический ремонт пользы не приносит. Спасти кабинеты от дождя может лишь шатровая крыша, отмечают специалисты. Решить проблему мэр поручил Пашевской программе, которую ведет партия «Единая Россия». Он дал им задание публичное. И, ну, зная Антона Николаевича, что он всегда доводит дело до конца, ну вот мы просто в надежде, что до нового учебного года мы это сделаем. Сфера образования в муниципалитете одна из важнейших. За последние несколько лет на курорте построили 5 новых школ, отремонтировали 36. Только в прошлом году в детских садах появилось 920 дополнительных мест. Выполняются все социальные программы, однако все построенное необходимо достойно содержать. Поэтому помощь шефов всегда востребована. По 35 учреждениям уже сегодня провести серьезные ремонты. Ремонты фасадов, кровли, санузлов, благоустроить территорию. И здесь мы рассчитываем на поддержку тех, значит, предпринимателей, членов партии «Единая Россия», которые сами изъявили желание в этом поучаствовать. Уверен, что это настоящие патриоты нашего родного города, и что они понимают, что, поддерживая образование, мы вкладываем деньги в будущее. Подобная практика закреплять шефов за каждым образовательным учреждением в Сочи существует давно. Многие меценаты для определенных школ и садов уже добрые друзья. Сегодня в команду так называемых шефов вливаются и новички. 8 лет по инициативе главы города Анатолия Николаевича Пахомова мы привлекаем социально ответственный бизнес. Нам нужна всякая помощь, и наши шефы, наши помощники помогали ежегодно в разном объеме нам от 20 до 60 миллионов. Спасибо большое, дорогие сочинцы. Предложение шефов закрепить их за образовательными учреждениями города для оказания необходимой помощи члены партии приняли единогласно. И уже в ближайшее время в подшефных школах и детсадах закипит работа. Ольга Десятова, Инга Габешая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.